Эта история произошла в 1979 году в маленьком городе среди гор, когда две обычные школьницы волею судеб стали лучшими подругами. Ты хоть подвинься! Не могу, я описываюсь. Я сама чуть не описалась от страха. Я приглашаю тебя к себе домой, знакомиться с моей семьей. Веди себя прилично! Не ставь локти на стол и не забудь поздороваться. Какая красота! И как ты достаешь такие дефицитные вещи? У меня бар. Бабушка Роза. В бане забалуешь. Отобрать все игрушки и платья. Экранизация романа Нарине Абгарян. Вы маленькие девочки, а маленьким девочкам в вашем возрасте положено читать книжки, играть в куклы, а не забивать голову всякой ерундой и хулиганить. Времени у нас в обрез, надо успеть порезвиться. Не девочки, а катастрофы. История о дружбе, любви, семье и приключениях. Хочется петь, бегать, прыгать, творить великие дела. Хочется жить. Манюня. Бу! Я, кажется, влюбилась. И в кого это ты влюбилась? В мужа тети Аси. Что? Никогда больше не буду влюбляться в мальчика.